Здравствуйте. Решил предложить вам прослушать вместе со мной вот такую вот украинская народная песня «Як засядем, братя, коло чарі». Видите, написано «Украинская народная песня». Вот, есть у меня тут целая коробка народных песен. Ну, не только украинских, и русских, и белорусских, и азербайджанских, и армянских, даже индийские там где-то есть. Например, вот это вот что у нас? Бандура, украинская песня. В обработке так, Александрова. Вот. Значит, и ну, это не частая песня. Ну, в смысле, как вот не сильно много про эту вот, например, песню «Як засядем, братя, коло чарі». Ее я, как это, слышал на просторах интернета. Вот, также и бандура. Ну, бандура есть. Ну, бандура — это музыкальный инструмент. Еще ее как-то называют. Кобза. Кобза. Вот, вот давайте прослушаем вот эту пластинку. Одну сторону вот с этой вот интересной песней. Значит, решил прослушать на граммофонной приставке радиозавода номер 3. Ну, понятно, в помощнике Родина 52. Засядем, браття, при меду, то наїдуть тільки татари, а я навіть рухом не веду. Кристалева чарка, срібна я треш, пити чи не пити, все помреш. Кристалева чарка, срібна я треш, Іван Петро, Фредір, Миколай, як звикнули до їх багатівки, то вони забули і про рай. Кришталева чарка, срібна як реш, пити чи не пити, все помреш. Кришталева чарка, срібная креш, пити чи не пити, все помреш. На тім світі не дадуть горілки, ані пива меду, ні вина. Смоли трошки та бої дощі, мож, браття, пиймо, все до дна. Кристалева чарка, срібна як реш, піти чи не піти, все помреш. Кристалева чарка, срібна як реш, піти чи не піти, все такая украинская народная песня, как вот здесь написано. Ну, это не пропаганда, как это, алкоголизма, пыты чи не пыты. Вот. Но каждому, как говорится, каждый решает сам, пить или не пить. Ну, я думаю, тут слова были понятны, во всяком случае, мне-то точно. Так как украинский язык похож на тот же белорусский наш, у нас приблизительно что-то очень похоже. Да, и
с русской мовой. Там тоже много слов одинаковых. Спасибо. До свидания.